Я знаю, что в комментариях просят иногда показывать фон в Припяти. Вот здесь, как видите, нули. Это детский садик, недалеко от центра Припяти, в принципе. Недалеко от 16 этажек. Я покажу, я на карте поставлю. Вставку сделаю, чтобы было понятнее. Видите, нули. Абсолютные нули. Двигаемся дальше по плато. Вот мне захотелось замерить фон возле этого значка. Это черный знак, причем он, ну, родной, это его не перемещали, видно, он вкопан глубоко. Опять же, мы еще совсем недалеко от входа. Прошли, ну, буквально даже 100 метров, наверное, не прошли. Ну, может, как раз 100, вот, да, 100 метров. Значит, здесь фон совсем небольшой, 150 микрорентген. Вот, возле первого знака. Дальше, вот, видите, эти знаки пошли дальше. Вот, видите, 200 микрорентген всего. Вот, уже 330 микрорентген. Я думаю, да, видно, 330 микрорентген. А вот буквально в 2 метрах. Вот, я мерил возле вот этого значка. Вот, возле вот этого значка я мерил. И тут же в 2 метрах, вот, там было 330, здесь уже 371. Мы продвинулись немного по песчаному плато, и вот возле первого желтого знака с радиацией. Значок выгорел, но еще можно распознать. Значит, фон 300 микрорентген в час. Так, здесь мы вот уже приближаемся к месту, где фон посерьезнее. Уже вот 600, 700, 750 микрорентген. Опять возле недостроенного дворца пионеров. Вот такой вот фон. Мы снова в подвале медсанчасти. Померяем-ка мы радиацию возле вещей пожарных. Дозиметр берет до 10 миллирентген. Видите, набегает просто моментально. Уже 3 миллирентгена. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А вот это вот гусеницы от одного из роботов, собственно. Я думаю, стоит померить их. Мне интересно. Пошел считать. Набегает очень быстро. Я думаю, 2 миллирентгена аж бегом набежит, если не все 10. Кстати, ребята, вот стабильный фон здесь, видите? Вот я даже не мерил, просто я ходил здесь, вот общался пока с вами. Вот. Ну, раз мы уже здесь, подойдем к ковшу. Опять какие-то черти его разрисовали, но... По-моему, это очень напрасные деяния его разрисовывать. Давайте сбросим, так, чтобы с нуля вот я поставлю. Я вот только сбросил, давайте еще раз. Даже не сбрасывает. Вот. Погнали. Я немного отойду, потому что мне находиться в такой непосредственной близости не очень хочется. Так. Я думаю, если... Ну вот, звук слышите? Короче, внутри вообще жесть.
Это снаружи так было. И он замер. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Снаружи, внутри вообще жесть. Снаружи то ерунда, внутри вообще жесть. Так, я не знаю, мне хочется уйти. Держать его. Вы ж поймите, я его, вот моя рука. То есть я вот, я засунул его вот внутрь. Внутрь ковша. Жесть. Раньше здесь было миллион техники. Сейчас одни остатки от этого миллиона. Колеса, всякие детали, вот, валяются. Всякий хлам, короче. Абсолютно ненужный уже. Непридатный, так сказать. Ну вот штанишки какие, а? Зацените. Клеенчатые штанишки. Небось фонят жестко. Так, это еще здесь данные после гейферного ковша. Ну-ка. Штанишки не фонят вообще. Такие детские штанишки. Я думаю, до сотни наберут. Да и все. Так, братцы. А теперь посмотрите, что это. Приходит понимание? Если сбоку. Да, все верно. Это часть комбинезона особой защиты. В таких комбинезонах люди совершали массу полезных и вредных. Ну, полезных как бы для нас, ну, с вами, и вредных для себя. Я имею в виду для здоровья действий. По дезактивации, например, в частности. И вот крайне интересно померить, что как фонит этот шлем, а он фонит. Не, ничего не меняет. Братцы, мы сейчас на 16-этажке, самой крайней, угловой как бы, и вот решили померить фон. Вот уже 130. Я думаю, что на вот этих плитах вентиляционных будет еще больше. Сейчас пойдем положим на ту плиту вентиляционную. Вот. Так, теперь меряем вот здесь, на этой плите. Она как бы с краю получается выше. То есть я думаю, здесь может быть даже побольше фон. Нет, удивительно. Здесь почти не фонит. Ладно. Померяем с краю тогда. Здесь слабо фонит. Удивительно. По идее, с этой стороны должно было бы фонить больше. Но нет. Вообще нет. 50 наберется, я думаю, от силы. Братцы, кабан. Да, вот, ну, я знаю, 10 метров. Совсем маленький какой-то. Ну, я бы не сказал, что он прям маленький. Ради эксперимента решили померить фон на шелковице. Ради эксперимента.
Ну, пока что вот фон такой, видите, 150, 140, 143 микрорентгена. Well, he lay face down in the desert sand, clutching a six gun in his hand. И там нужно сцепление, да? 16 микрорентгенов. Эта машина не фонит. Слава Богу. Мы можем в ней посидеть и провести несколько забавных минут. Ringo, 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 Ringo. But a spark still burned, and I used my knife. Later that night, I'd save the life.